Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HMD Skyline, и сейчас я покажу вам, как перенести данные со старого устройства на это. Итак, мы открываем приложение Play Market, и здесь нам нужно скачать, найти приложение Send Anywhere. Нажимаем «Установить», далее берем наше старое устройство. Здесь мы также открываем приложение Play Market, Google Play и ищем приложение Send Anywhere. Оно у меня уже установлено, я его просто открываю, и здесь тоже я его уже открываю. Нажимаю «Продолжить», нажимаю «Разрешить». Здесь я ставлю галочки на вот эти пункты, нажимаю «Согласиться», нажимаю «Далее», нажимаю «Разрешить», «Разрешить», нажимаю «Ок», «Закрыть». Теперь здесь я выбираю «Receive», здесь выбираю «Send». И ищу, что именно я хочу отправить, например, какие-то фотографии. Далее могут быть какие-то фото, видео, аудио, приложение, давайте кого-нибудь возьмем. Контакты можно тоже отправить. Для этого нужно дать доступ к контактам и выбрать здесь уже какие-то контакты и какие-то файлы. И нажимаем «Отправить». Нажимаем «Ок». И теперь нам нужно вот здесь, на нашем вот этом устройстве, ввести код, который показан на старом устройстве. И нажимаем «Receive». И в целом на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.